Близится День города и День России. Длинные выходные уже наступили. Каникул, в общем, и поводов для песни хорошие всегда у нас не перечесть. И поэтому наш город становится музыкальным. Руководителя, проходите к нам. Жанна Фейлер, прошу, что называется, любить и жаловать. Какие у вас классные, современные, круто поющие дети. Спасибо вам огромное. Ну, тебе так показалось, что классные поющие, а вот Жанна знает их ближе. Как вы считаете, как можете оценить трезво вот сейчас то, как ребята выступили? Хорошо ли? Ну, немножко волновались, но все равно старались. Я думаю, что хорошо, им можно поставить запросто. Да, да, так, отлично. Вы... Угу. Можете прямо да, сделать замечание, правильно, правильно. Нет, замечаний я не буду делать. Настроение-то каково? Настроение каково? Ну покажите из нашей кричалки. Во, правда? Самое главное – это хорошее настроение. У меня вот, например, настроение поднялось, потому как мне очень понравилась песня, во-первых. Это песня из моего детства. Мне нравится эта песня. И самое главное – сами дети такие цветастые, пестрые, и заряженные на позитив. Спасибо вам огромное за этот позитив. А где вас еще можно увидеть? Ну, в ближайшее время можно нас увидеть в Роевом ручье. Мы 12 числа даем концерт, поэтому, пожалуйста, добро пожаловать, посмотреть нас. Отлично. Мы там играем, поем, танцуем, поэтому... Отлично. Вот танцуете так же хорошо, как поете? Ну, в смысле, сейчас это была просто, ну, скорее, такая изюминка к вокальному номеру. Но а какие танцевальные номера вы ставите? Ну, у нас основное направление мы все-таки поем, ну и так, чтобы это было не скучно, и смотрим, настоящий артист, он и поет, и танцует. Поэтому мы и подтанцовываем сами себе. Ну, ты же видел, мы же с тобой пытались повторить вот эти вот штучки. Ну, да, у нас классно. Не очень хорошо получалось, поэтому я... Ну, да, танцоры из нас так себе. Сразу не получается. Впрочем, как и вокалисты из нас тоже посредственные такие довольно. Я так понимаю, День города без вашего участия тоже не останется. Что вы будете петь? В ближайшее время у нас целый блок песен, там у нас порядка 8 песен, почти целый концерт. Вот.
Что еще? На 1 июня мы с ребятами принимали участие в карнавале, и более того, после этого пели. На Театральной площади тоже у нас было выступление, так что мы активные участники. Угу. А может быть, пообщаемся немножко с ребятами? Буквально пару вопросов. Давайте. В первом ряду девушка с косичками, с хвостиками, красивыми. Как тебя зовут, скажи? Катя. Катя, очень приятно. Я Дима, это Слава. Скажи, вообще, за что ты любишь Красноярск? Вот вы будете выступать на Дне города. Вот почему ты это делаешь, и что тебе больше всего в нашем городе нравится? Только с микрофончик, пожалуйста. Наш город, он очень красивый, в нем приятно жить, приятно осматривать достопримечательности. А какая твоя любимая достопримечательность у нас в городе? Не знаю, у меня все любимые. Все нравится. Ну, это хорошо. А может быть, еще один, вот каждый скажет по достопримечательности. Вот девушка, скажи, вот... Со вторым микрофоном, да. в свой микрофон попробуй. Я тоже не знаю, какая у меня любимая, но у меня тоже все любимое. Ну, все нравится, как и, в принципе, мне. Давайте проэкспериментируем. Мы заготовили небольшой музыкальный экспромт. У нас из кустов вновь неожиданно появляется гитара. Да, гитара укулеле. Мы, так скажем, подговорили наших сегодняшних гостей исполнить одну из песен, которая нравится нам. И уверен, что вам тоже, и телезрители дорогие, она тоже нравится. Я предлагаю показать небольшой пример. Мы споем только припев, а потом повторим. Повторим припев, это... да? Я сам-то не готов, я могу сейчас, мягко говоря, опростоволоситься. Так, давай, 3, 4. На большом воздушном шаре мандаринового цвета мы с тобой проводим это лето. На большом воздушном шаре мандаринового цвета мы с тобой проводим это лето. Проверили вас, действительно крутые, молодцы. Подключились идеально, и это прекрасно. Еще раз представлю наших гостей. Коллектив «Музыкальный город». Ребята, аплодисментов самим себе пошумим, обозначимся каким-то образом. И руководитель коллектива Жанна Фейлера. Вам спасибо большое за таких замечательных, позитивных детей.